Начнется шествие с колонны Октябрьского района. Тема «Здоровая семья, здоровый город». Во главе наряженный автомобиль. За ним коллективы организаций, ветераны, медики, студенты и общественники. Всего больше 2000 человек. Примет эстафету Советский район. Концепция колонны называется «Город будущего». Конечно, в этой колонне мы не можем, раз мы говорим о будущем, не можем обойтись без наших юного поколения, то есть у нас дети будут. Открывает колонну, значит, у нас праздничная инсталляция, тоже она будет размещена на автомобиле, значит, будет показан рояль с играющим мальчиком, дирижером, будет все это оформлено в соответствующих цветах, цветовой гамме, значит, черно-белый. Продолжит шествие представители учреждений культуры и ансамбли. Будет красочно, обещают власти. Удивить горожан хотят и библиотекари. Частью шествия станут выпускники. Замкнут его спортсмены. На активность сделали упор и в железнодорожном районе. Тематика колонны – спорт, норма жизни. Работают профессионалы, будет все костюмировано, каждое предприятие выбирает свой вид спорта, соответственно, будут одеты работники предприятия именно по той тематике, которую они выбрали. Думаю, будет интересно. Каждый район покажет так называемый стоп-кадр. На несколько минут остановится напротив сцены и даст представление. Напомним, в этом году столице исполняется 356 лет. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.